Рука из земли, оригинальные граффити и несколько арт-лавочек. Все это появилось на улицах областного центра благодаря общественному проекту «Селфи-маршрут». В 2018-м идейные вдохновители пошли дальше. Вместе со студентами художественного училища и политехнического университета разработали не один десяток концептов, которые в ближайшем будущем могут украсить улицы и скверы города. Хорошая очень практика, то есть это работа не какая-то академическая, а именно практическая работа, связанная с выходом на место, с изучением этого места, на котором должны находиться эти объекты. Задача, поставленная перед студентами-дизайнерами, шире, нежели создание отдельных арт-объектов. Ребятам предложили изобразить, как они видят благоустройство площади Ленина. В итоге получилось несколько жизнеспособных вариантов. В центре композиции был фонтан. Как бы нес такую функцию, что вода, она обладает высоким биоэнергетическим потенциалом. Это хороший релаксатор, и можно отдыхать там. Потребность в преображении одной из центральных площадей появилась давно. Попытка украсить ее разноцветной металлической композицией не увенчалась успехом. Через несколько месяцев после установки вандалы изуродовали арт-объект. Теперь в рамках федеральной программы благоустройства рядом с памятником вождю может появиться комфортная зона отдыха. Осталось только найти средства и выбрать лучший макет. Когда я его создавал, я хотел что-то такое оригинальное, особенное, поэтому разделил на 3 зоны. В середину поставил фонтан, также боковые зоны, также там можно посидеть будет. Предложила инициативная молодежь и несколько привлекательных идей для арт-объектов. Возле дома корабля установить композицию в стиле конструктивизма, которая бы рассказывала об истории памятника архитектуры. Много концептов для благоустройства набережной. Вот дерево любви, на котором жених с невестой могут повесить замок. Или садик в стеклянном кубе, где растения будут цвести круглый год. Девушка с веслом. С ней можно фотографироваться, то есть там есть небольшой подиум, к нему прикреплено весло, и можно встать и, держась за весло, сфотографироваться. Рядом есть еще лодочка, может любой человек сесть рядом и создать композицию целостную. Один из авторов селфи-маршрута, Александр Неупокоев, настроен решительно и уверен, что если не все, то очень многое получится претворить в жизнь. Только за прошлый год нашлось несколько меценатов, которые помогли с организацией селфи-маршрута. Городские власти, в свою очередь, идут навстречу инициативным гражданам и помогают с разрешительными документами на установку. Любое вообще развитие возможно только тогда, когда мы сами его инициируем, когда мы сами участвуем и активно развиваем направление. Есть проект «Городская среда», где люди сами выбирают те объекты, в которых требуется благоустройство, где люди сами должны участвовать, предлагать и развивать эти направления. Когда в городе появятся новые малые архитектурные формы, а площадь Ленина заметно похорошеет, пока не ясно. Подробнее ознакомиться с макетами можно в группе «Городская среда Иваново» ВКонтакте. Сейчас там идет онлайн-голосование за лучшее предложение благоустройства. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.